Иона, слышишь? Черт. Черт. Клара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес. Надо этим заняться. Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась.
Клара! Ого! Ты только посмотри. Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за метком твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара! Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делал. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что, после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу. Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться.
Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Куда он ушел? Будем искать дальше. У меня от вида еды в животе урчит. Зря ты не поел. Пожалуйста, попробуй. Пахнет чудесно. Значит, на перекус время есть. Пытаюсь вписаться. Молодость молодым не впрок. Наверное. Это не про меня. Я в юности нагулялась. Я его не вижу. Будем искать дальше. Представляешь, его поймали, когда он пил Афрендас. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Не видно его? Нет, продолжай искать. Может, зажечь один для мамы. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штурмовых стражей? Нет уж, лучше так. Ты определенно произвел на них впечатление. Мне здесь нравится. Хорошие люди. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят. Как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с одеялами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Извините. Советом командир. Есть. Даже после провала в России в организации.
до медового месяца не дошло. Сочувствую твоей утрате. Может быть, я съезжу один. Прости. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Дискульпы, сеньорита. Виновата. Меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну, ее найду. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. Должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещера. Вот это. Отведи его к руинам. Там уже никто не услышит.
сами виноваты. Давай, работа! Я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный архиолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Надо сходить к тем руинам. Надо взглянуть на эти руины. Надо сходить к тем руинам. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель. Ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Нужно спуститься вниз. Ладно, должно сработать. Отлично. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. Доктор Домингес уже спускается. Черт, надо торопиться. Все под контролем.
статуя смотрит на ту пещеру. Это здесь. Иона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за Тринити. Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Изображения на этом монолите совсем стерлись. Не прочтешь. За место. Камеры.
Нужно найти храм, который ищет Домингес. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, Тринити используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе. Нужно как-то поднять этот колокол.
Надо избавиться от этих обломков. Надо избавиться от этих обломков. Надо избавиться от этих обломков. Где мой нож? Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах.
я нашла кинжал. На нем есть надпись. Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению. Тринити не получит ларец. Давай все. Черт! Лара, к тебе идут патрульные. Поднимись повыше. О, нет, ты его взяла, да? Скорее. Они скоро будут. Кто? Доктор Домингес и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Здорово. Тогда начнем осаду. Да, для этого и нужно подкрепление. По-твоему, занимаюсь. Вот как раз и проверяю насос. Ладно. Надо убедиться, что все работает как надо. Как там дела с насосом? К тебе обращаюсь. Ты закончил с насосом? Нашел время дурачиться. Готовить освещение. Операция Blackout начата. Местных рабочих живых не оставлять. О, черт! Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. Как думаешь, что здесь? Не знаю. Но говорят, приборы тут зашкаливают. Давай зачистим сектор, пока не прибыл командир Рур. Мы будем готовы. К нам инспекция, готовьтесь. Черт, не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трёпку. Thank you.
Надеюсь на... Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Серебряный ларец. Отдай его. В безопасности. Не у тебя. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты только ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно.
Лара! Я так волновался. Конец всему. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю. Он надеется искоренить грех и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них. Найти серебряный ларец. Ладно. Сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти. Только я могу. Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара. Не взваливай на себя вину за это. Этим людям нужна помощь. Сделай доброе дело сейчас. Тем более, что у нас вообще есть загадка. Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что ты? Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и Тринити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай.
Потом пригодится. Прихвачу с собой. Иона! Кто-нибудь меня слышит? Где они? Надо их найти. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Обезьяны. Огонь. Кто-то должен быть рядом. Эй! Иона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал, и остальные деревни в порядке. Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно.
Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Без инструмента этот ящик не открыть. Может, какая-то железка из обломков? Понадобится инструмент. Может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Пойдет в дело, но нужно больше. Как раз то, что я искала. Только нужно еще несколько. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь.
Достаточно острый. Их все равно что-то держит. А, там еще вторая веревка. Да, теперь я заберу снаряжение. Почему я все вместе не упаковала? Мисс Крофт, кто-нибудь, прием! Мигель, ты где? Черт! Мигель? Не нравится мне это. Мигель? Ты где? О, нет. Мигель? Мигель?
Черт! Вот часть обломков. Иона! Thank you.
Вот часть обломков. Иона! Ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Я... Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй! Я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Но, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай? Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. По-моему, за теми лианами виднеется деревня. Хорошо, что ты остался у самолета. Я хотел подать сигнал на случай, если ты рядом. У меня была техника. Да,
Мигель, кажется, направлялся к нему, когда... Бедняга. А когда это Элай успел в тебя впиться? Я хотел проверить, чистая ли вода. Проверил. Ты правда веришь во все то, как это? Что ты сказала про бедствие? Апокалипсис. Мы можем пройти здесь. Поможешь? Ты видишь? Это же Кувак-Яку. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. А мы точно идем по тропе? Ну уже. Держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Господи. Почти прибыли. Почти прибыли. Это я уже слышала. Есть! Порядок? Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Я в норме, я в норме. Кто же все это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. Может быть. Надеюсь, это постройка здесь, раз мы собрались в деревне. Я тоже. Не пойму, что это за диалект. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках сыра. Так сказать, по семейным обстоятельствам. Ну а ты? Тебя в детстве хоть раз отправляли в лагерь? Школа-пансион считается? Не знаю. Слишком тяжело. Помоги мне. Ничего. Ладно, отпускаем медленно. Надо, чтобы лилась вода.